Здравствуйте, меня зовут Аракеля Сюзанна, я студентка третьего курса Института филологического образования и межкультурных коммуникаций. Сегодня я хочу прочитать стихотворение Мифтахиддина Акмулы «Ночь и день», которое было переведено мною на армянский язык. Гишер Евцерек. Арева цакуме, евнориц марьям этну. Болор кентаны якнеры луси у хавари мечен энкну. Миан еркри ересы кытакнови хавари меч, аравотян кыркин лусаворум э патухана. Верч. Гишеры гегатике. Байцерекайн луис навелис канчалие. Гишеры астхарькан. Байцарева чуни ирен хавасар. Անձրևիտակ աշխարհը երջանկություն է զգում, երկիրը նորացվում է, այն պահին նա չունի իրեն հավասար։